Ну что ты мелешь им? Остановись! И раз и навсегда пойми, не для того же он, чтобы рубить с плеча. Он аист изнутра, ума нудист, а ты его садист, толкающий на грязные свершения, мог бы быть венцом творения. Опомнись! А лучше отдышись, и вот почувствуй, там на глубине не пульс, а ритм меж вас двоих и еле уловимые биты, чтобы развеять тишину любви. Пленящим вихрем, манящим солнцем и вечным звоном вас двоих приблизь мгновение, момент уединения, протанцевать друг друга. Скользнуть по бедрам нежным ветром вниз, а может быть наверх, не суть. Расти ты в ней сквозь вас двоих и заполняй манящие пустоты до изнеможения. И вот затем замедлись и посмотри в глаза, вдохни и почувствуй этот миг и наслаждение меж вас. Быть может, это навсегда. Но отпусти. Ведь это не твое, и я прошу, не вздумай даже на секунду овладеть. Не опошли момент природы естества. И говори о главном, танцуй о сути, играй, не выходя из роли, люби, не проливай боли, свети, не покладай рук. А главное, твори. Он всем нам это завещал, он в нас, мой друг. Творец добра и мира, венец, начало и конца, гонец, удачи, кузнец. Но тут уж сам решай чего. А я пошел все начинать сначала. С любовью к миру.